Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я продолжаю показывать виджеты, которые позволяют делать симпатичные эффекты для ссылок. Из этих виджетов можно сделать меню. И что в этом уроке вас ждет? Два виджета, как я уже говорил, у каждого виджета по одному эффекту. Вот верхние красными буквами виджет. При наведении мыши на текст появляется вот такая вот, так скажем, половина рамочки, да? Соответственно, вы можете в этом виджете повесить любой текст и повесить любую ссылку, внешнюю или внутреннюю. Следующий виджет – это вот эти вот зеленые менюшки. При наведении ускакивает текст вверх, и тот же самый текст появляется снизу. Ну, такой симпатичный эффект. В предыдущем уроке мы также проходили два виджета, но у них были другие эффекты. Вот, я решил также в этом уроке объединить два виджета, потому что они схожи по своему смыслу. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как они настраиваются. Из библиотеки я вытягиваю на холст виджет. Давайте сначала рассмотрим один, а потом рассмотрим другой. Сразу, что вы можете сделать? В принципе, то же самое, но если вы не смотрели мой предыдущий урок, то в этом уроке я вам подскажу. Выделяете ваш виджет. Он у вас изначально будет выглядеть как у меня. Выбираете инструмент, вот здесь текст. Задаете вашему тексту размер, какой вам нужен. И сразу же можете определиться со шрифтом. То есть шрифт для вашего меню, для вашего текста. Вот я поменял шрифт. Дальше заходите в настройки виджета. И в поле текст пишите любой текст свой. Я напишу просто меню. Также следующее поле, чтобы прописать ссылку внутреннюю или внешнюю, здесь вы просто удаляете решетку. И вот как у меня пример, я вешу ссылку на свой сайт, внешнюю ссылку. Дальше текст color, это цвет вашего текста. В данном случае у меня вот это меню. Кликайте по цвету и назначаете любой цвет, оттенок вашему меню. И Line Color, да, это вот эти вот рамочки, которые срабатывают при наведении. И, соответственно, та рамка, которая в стандартном состоянии видна над меню. Цвет меняется ей тут. Давайте проверим в браузере. Вот вы видите, да, я сделал линию желтый, цвет текста меню сделал голубым. Вот при наведении у нас все работает. Смотрите, кликаю. Меня перебрасывает на тот сайт, который я указал. Все хорошо. В принципе, с этим виджетом все. Если вы хотите сделать прямо меню, то есть несколько таких вот, например, у вас там 3 страницы, 4 страницы, я надеюсь, вы знаете, как это делаете, но я вам немножко освежу память, если вдруг вы забыли. Зажимаете клавишу Alt на клавиатуре и зажимаете левую кнопку мыши на менюшке и оттягиваете ее в сторону, отпускаете сначала мышь, потом Alt. У нас идет подгрузка виджета, и вот видите, да, у нас продублировался меню, вы потом двигаете как вам нужно здесь, выравниваете. И аналогичным способом вы двигаете, также дублируете, если вам надо больше ссылок меню. Но не забудьте потом зайти в каждый сдублированный виджет и поменять здесь ссылку на другую уникальную. Потому что здесь, соответственно, какое-то другое меню, соответственно, текст тоже меняется. Например, первое, это, например, главное, здесь, например, «О нас» или «Контакты». Я дубликат удаляю. И давайте вытянем на холст другой виджет. И здесь, в принципе, объяснять, наверное, нет смысла. Здесь то же самое, здесь просто другой эффект. Вы здесь меняете текст на свой, здесь меняете аналогичным образом ссылку, меняете цвет любой. Также можно поменять аналогичный шрифт и размер. Я не вижу смысла здесь объяснять более подробно. Здесь все то же самое. Вот вы видите, да, здесь все то же самое, все работает. Данные виджеты я запаковал в один zip-архив. Вы их сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Надеюсь, урок для вас был полезным. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов.
121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.